В общем, подъехали мы с Вороном кустиком. Тут вот все в следах. Заячих. Оп, оп, оп. Оп, оп. И лиси есть следы. Сейчас зверь как побежит, как побежит. Мы тут каких-то лис гоняем с зайцами. А? Охотники-то хорошо сезон закрыли. Козлики. Вон нога, видимо, перебита была. Кость обрезана. Задняя вроде как. Значит что? Значит, лисы тут полно. Вот они все следы лиси. Значит, лиса здесь прикормленная. Оп! Да, Ворон, ты как думаешь? Выгоним мы ее, конечно, не выгоним с прикормленного места. Тут широко. Не везде мне проехать. Кусты, камыши. Там дальше сосенки на тот угол будут, где я глухоряда был. Оп, оп, оп. Эй, оп. Вот такой процесс охоты у нас идет. Эй, оп. Эй, оп. Ладно, едем, едем дальше. Не буду вам по духу кричать. Что еще интересное увижу? Еще включусь. Что тут зайчих-то? Короче, следов много. Лиси есть тоже. В этой части, это уже середина леса. Ай, но пока выстрелов я не слышал. Кто думает, что конь это вездеход, в общем, так-то это вездеход, но в общем, вот в такое место сложно лезть. Конь-то пройдет, а вы-то можете остаться сзади. Так что не везде на нем проедешь. Эй, оп! Вот по такому еще можно залезть, желательно только чтобы он именно пролез и не смог там ноги ободрать ни об чё. Вон тут зайцем все где-то тут заяц. Эй, оп! Заяц! Эй, оп! Оп, оп! Ладно, рулить одной рукой неудобно, повод у меня длинный. Будем карабкаться дальше, мы вот так вот лезем, лезем. Эй, оп! Оп, оп! Весь зверь в кустах. В общем, надо пробовать как-то лезть кустами. Не знаю, вот все эта передача какая, вот зайцем тут вообще все набегано. Он где-то здесь и живет. Чуть не упали. Эй, оп! Эх, Ворон, стой! Так, ладно, идем дальше. Нет, еще его надо. Ага, вот так. Это был заяц. Я читал про них, ага, что он это на лесу может побежать. Ты его только за уши не держи, их нежелательно за уши. Это говорят то же самое. Это говорят то же самое, что тебя за уши взять.
Сейчас он застрянет в развилке и все. Ваня, как его в кусту-то поймать? Сейчас я упаду на него сверху. Все, он занорился. Башка застряла. Смотри, он кусить может. Он застрял.